смотрите блог про Counter-Strike. Сейчас я сыграю пару раундов и продолжу этот блог. Есть подъем. Так, вижу террориста. Вижу террориста. Хочет положить бомбу. Стрелял. Привет, Алексей Сташан. Передаю тебе, в общем, привет. Ты меня, в общем, познакомил с этой игрой. Я первый раз с ней познакомился благодаря тебе. Тогда для меня первый раз было в диковинку эти компьютерные клубы. Ставьте, кстати, лайк, кто помнит свой первый компьютерный клуб, который начал впервые посещать и начал знакомиться впервые там с Counter-Strike. Если забегать вперед, то был изначально Quake, просто арена онлайн. А потом уже в начале 2000-х начался, в общем, такой бурный бум игры Counter-Strike. Надо еще одного террориста убить. Хочет положить бомбу. Команда, движемся дальше. Итак, как все-таки зародился игра Counter-Strike? Counter-Strike или Counter-Udar, сокращение CS или просто CS. Серия компьютерных игр в жанре командного шутера от первого лица. Основана на движке GoldSRs. Изначально появилась как модификация игры Half-Life. Кстати, ставьте лайк, кто нравится, короче, Half-Life. Всего в основном в серии вышло 5 версий игры, самая популярная из которых Counter-Strike Coma 6. Это вообще легенда и всей серии Counter-Strike. Существуют и отдельные части, например, Counter-Strike Condition Zero, мультиплеер и одиночными заданиями. И Condition Zero Deleted Skin, сюжетная игра, основана на движке Golden Source. А также Counter-Strike Source, основан на более современном движке Source. 14 августа 2011 года Valve официально презентовала Counter-Strike Global Offensive, которая вышла 21 августа 2012 года. Итак, читеры. В игре Counter-Strike всегда были читеры, и они всегда остаются в игре. И всегда так будет, что в любой онлайн-игре, особенно это касается Counter-Strike, попадается игрок, который играет нечестно, то есть использует читерские методы, чтобы больше набить врагов и попасть в топ лучших игроков. Я вообще не понимаю, зачем использовать читы, ведь можно играть все по-честному. Были случаи, когда даже в профессиональном киберспорте вылавливали читеров, то есть игрок не признавался в том, что он использовал читы. Пишите, что вы думаете про современных читеров, современных онлайн-шутеров. Прием, прием, террористы, быстро ставьте бомбу на точку А, либо на Б. Эти менты скоро придут и разрядят вашу бомбу быстрее. Мне надо в топ-20 попасть лучших террористов. Итак, две команды в игре Counter-Strike. Террористы и менты. Ну, менты. Основная идея игры – противостояние двух команд – террористов Terrorist Force T и контртеррористов Counter-Terrorist Force ST. В русской локации Global Offensive – спецназ. Каждый игрок при входе в игру выбирает команду, за которую он хочет играть, либо, возможно, быть наблюдательным спектактор, если это предусмотрено настройками игрового сервера. Цель игры проста – убить всех противников на карте, либо установить бомбу и взорвать карту. Ну, типа взорвать, поняли? Бомбу. За выполнение заданий и уничтожение противников игрок получает деньги, которые может потратить на покупку оружия. Проигравшая команда также получает деньги, но существенно меньше. Спецназ! Спецназ, помогите! Я заложник, помогите! Я невинный! Я попал в плен
Заложник, молчать, я террорист. Террорист, помогите, помогите, пожалуйста, помогите, спецназ, где вы? Никуда не дрыпаться, сидеть на месте. О, спецназ, помогли мне, спасибо, спасибо. Прием, прием, нейтрализовали террориста, заложники спасены. Я вам благодарен, вам жизнью. Также в игре Counter-Strike нужно было спасать еще заложников, то есть были специальные режимы, то есть отдельные карты, например, CS Offense и еще одна карта CS Italia. Заложников надо было, в общем, спасать, если была определенная карта в игре Counter-Strike. Так, вы продолжаете смотреть блог про Counter-Strike. Я очень старался в этом блоге затронуть все основные моменты. Может быть, я не затронул, опять же, в любом блоге я могу что-то лишнюю информацию сказать, либо где-то не договорить. Вот. Если говорить вообще про Counter-Strike, то, возможно, когда вы играли в эту игру или еще до сих пор играете, то вспоминаю вот тот же 1.6, кто-то из вас, наверное, еще играет. Потому что я считаю, что 1.6 Counter-Strike это игра для ветеранов. Потому что современная молодежь, она никогда не поймет вот ту атмосферу, когда именно зарождалась игра Counter-Strike, когда уже был первый изначально вот тот Quake Team Arena. Может, кто-то из вас, когда начинал играть в Counter-Strike, не все знали, что есть турниры, что кто-то из вас мечтал именно поучаствовать на мировом уровне. И, ну, быть своего рода таким, знаете, задротом, ботаником, который не только любил, но и любил побеждать там лучших игроков. Быть лучшим из лучших, короче. В общем, ставьте лайк либо дизлайк, если вам понравился блог. Пишите, что вы думаете про современные онлайн-шутеры и что вы думаете про последнюю версию игры Counter-Strike. А я, в общем, пошел делать следующий ролик, только я не знаю, про что это будет. Но, наверное, точно не про Counter-Strike.